снова. Всем привет, дорогие подписчики, зрители канала, с вами Карбончик. Сегодня продолжаем играть в Ведьмака 3, Кровь и Вино. Нам необходимо отлупить этих разбойников, правда, не понимаю, по какому принципу Ведьмак понимает, что это разбойники. Стоят несколько людей с оружием. Написано «разбойник» — это понятно, это интерфейс, но по сути это может быть какие-нибудь там, не знаю, хотя он кого-то избивает ногами, да? Ну ладно, если кого-то избивает ногами, то ладно, в принципе, это могут быть какие-нибудь охранники там или нет. Сегодня плохой день. Так, ну, немножко тайти от основного споплотворения. Чачку, чачку! Быстрее! Быстрее! Сука, много. Сука, отойдем. Заюзаем Квен. Поедим. Ровно в физию! Спокойной ночи, ублюдок! Так, проблемки. Стоп, надо его убить. Так, добили. Правда, он что-то не воткнул в него меч, чего я все время ожидаю от подобных сильных ударов. Этого убили. До свидания. Следующий. Седого Питера. Это я еще не слышал. Мочи седого Питера. Лол. Ого, сильно ударил ты, парень. Ладно, не спорю. А, этого просто Квеном убило. Че, один остался, бедняжка. До свидания. Ну и все, изи. Можно было вообще не париться. Че, я первый раз не справился. Невозможно! Ох, раны святого Либи. Они его ногами бомбили. Вечно я спасаю одного, убивая десятерых. Логики мало в этом. Благодарю вас, сударь. И прошу простить за секундную слабость. Не желаете какого-нибудь снаряжения? Я ищу кое-какие рукописи, свитки с чертежами ведьмачьего снаряжения. Может, есть у тебя что-то подобное? Я пока не успел провести инвентаризацию всякой мелочи. Я только приехал, а тут эти ужасные разбойники. Ну, если хотите, сами поищите. Вилла с виду заброшенная. Ты ее владелец? Скорее, временный смотритель. По распоряжению министра казны, я должен опекать собственность пропавшего графа Делане. Только во дворце никто меня не предупредил, что вилла — логово разбойников. Ой, впрочем, благодаря вам таковым уже не является. У тебя нет ничего на продажу? Ну, серебро возьмем. Это тоже нужная штука. Возьмем. Так, давай что-нибудь впарим тогда уже. Еду, он покупает еду. Но еда нам нужна, бля, еды-то мало, кстати, осталось. Надо будет этим озадачиться. Надо же, из ремесла ничего не хочет брать. Что-то новенькое. А кто ж ты тогда, если ты не хочешь из ремесла? А, можно вот такие вещи попродавать, да? Давайте-ка мы отфильтруем по цене. Лошадиная шкура, да? Надо же, они дорогие. Что-то я много продаю, надо больше оставлять себе, могут пригодиться. А это надо обменять в банке. Эти вообще на тупые металлические секиры, они мне вовсе не нужны.
Фистех. Так, это тоже продам. Для задания? Для какого же? Задание такое. Пергамент оставим. Может, что запишем. Однажды. Тыкс. Все равно это сейчас купил. Не смысла его продавать. Так, ну что ж, ладно. Спасибо. Бывай. Так, нам позволили осмотреться, поискать поместье. Заодно мы немножко пофармим трупы, я так считаю. У них и бабки есть, как никак. Неплохо бы эти палки сейчас ему продать. Мне эти палки вообще в жопу не сдались. Так. Вот. Где-то еще один труп не зафармлен. А, вот. Рубен. Какой-то щелкопер со двора. Ее свидетельство вынюхивает что-то на Вилливе дети. Мне, наверное, не надо объяснять, почему мне это не нравится. И насколько вам надо ее найти и убить. Поместье сжечь всем, кто был там с ними и сидели на веревку на шею. Никакого насилия, никакого сожжения на кол. Никакой церемонии. Возвращайтесь быстро. Руины Артах, а то у меня для вас еще работа. Может, это ему передать? Кому это надо? Приветствую! Нужно что? Ладно. У тебя нет ничего на продажу? Палки мои, купи мои палки, сука, не хочет он мои палки, жаль. Спасибо, бывай. Палки ты мои покупать не хочешь. Так, осмотримся повнимательнее. Сначала снаружи, потом уже пойдем внутрь осматриваться. Нормально. Форманулись. Так, а такая дверь там имеется у нас. Ай, сука. Во-первых, давайте починим наш меч. Сойдет. Так, вот, наша поломка исчезла. В последнее время этот меч уже не тянет, конечно. Так как он тянул на предыдущих левелах, что-то нужно уже будет менять. Но у меня на 44 левел меч есть, новенький, сделанный. Его потом можно будет нормально поюзать. Так. Осмотримся повнимательно, что-нибудь по-любому найдем. Мухлишка. Я, блин, тут обокрал больше, чем эти разбойники. Тут еще разбойник. Опачки. Круто. Стоп. Ой, ребят, я читать не буду, но если вам интересно, ставьте на паузу. Прямо сейчас читайте. Теперь я пролистываю вниз. Снова ставьте на паузу, так же читайте. Очередная история жизни, принесенной в жертву жадности и амбиции. Синий в зеленый. Я вот не знаю, формула-то есть, а где это делать? Так я и не сообразил. В алхимии этого не было. Жатва нам в последнее время пригодится. Жрать нам особо нечего, уже скоро будет. А в бою это очень нужно. Так, это как раз тоже другой выход. А, закрыто. А, так мы все нашли, обыскать руины дворца Галеон. Хорошо, отправляемся туда тогда. Так, надо как-то вылезти отсюда, что ли. Симпатий должен допрыгнуть? Да, допрыгнул, отлично. Зовем нашу лошадь и едем.
убежище Ганзы. Приближаясь к убежищу шайки разбойников, которые в эти края называют Ганзами. Соблюдайте особую осторожность, приготовьтесь к тяжелому бою. Разбойники хорошо организованы и в случае атаки могут позвать на помощь из других лагерей. Чтобы этому помешать, убейте разбойника, бегающего с факелом к сигнальному костру. Ваша основная задача — убить предводителя Ганзы. Да, это интересно. Бегом, 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 бегом. Их слишком много. Кажется, я не смог этому помешать, он вызвал других разбойников. Вы хоть понимаете, какой-то пот будет, ребят? Надо как-то по одному, что ли? Ребята, это пиздец. Я не знаю, как с ним со всем справлюсь. Я, наверное, не справлюсь, ребят. Это нереально. О боже. Тут просто прорва, я не знаю. Как же их всех отпиздить-то? У меня Квен сбивается моментально. Собак слишком много. Проблема, ребят, это реально проблема. Слишком много. Геральт, даже для тебя слишком потно, согласись? Следующий. Сука. Такая толпа. Вот теперь ты точно мясник, блядь. Геральт, по-любому мясник из Блавики. Но не зря тебя так прозвали, сука. Найс. Бля, ух ты, сука, убили все-таки. Проблема в том, то, что их много, и важно бить по одному. Если начинаю бить в толпе, то мне наносит один удар, сбивая Квен, и второй наносит удар уже, который наносит мне дамаг. А наносит они примерно одновременно это, и это я не успеваю откатиться. В лагере и писал Делане. Бегом. Бегом, 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 бегом. Геральт, бегом, сука. Пизда, он вызвал. Бесполезно. Я не успеваю. Мне просто добежат собаки, против которых я упираюсь. Пошла нахуй, шавка. Да не кидается, на себя бафает. Хотя бы на себя пытается бафать. Уж не кидается, блядь. Сука, это просто геноцид. Просто истребляю кучу народа. Пол хп. Геральт, такую хуйню не делай. Ну давай. Стрелы не отбивают, ничего. Блоки-то. О боже, все сороковые, блядь. Это вообще реально? Сука. Надо вести восстановление хп. Ой,
сильно. Блять. Ребята, даже не знаю, что делать. Сука. Как вы, блять, не научитесь? Нереально, просто нереально. Их толпа. Псина. Нахуй беги, блядь. Давай сюда, ублюдка. Давай сюда, блядь. У вас так прорва, нахуй. Тут еще появляется. О, бочка. Сейчас ебанет. Люди поразлетались, походу. Святая Богородица, действительно. Геральт, ты что, блин, геноцид творишь просто, я не знаю. Он заклятиями кидается! Или ты лезешь со мной? Давайте по одному, ребят. Бей, ублюдка! Убили, сука, не успел Квен заюзать. Но я вам наебошу, это уже закон, это просто для меня уже дело принципа стало. Эх, ебать, я вам нахуярю сейчас, падлы, блядь. Это сложно, сука, реально сложно, их много. Понеслась. Даже не буду бежать за тему, ёбка. Вот это вот проблема, когда у меня юзать получается уже не удар вот этот вот втыкательный, они по мне бьют. По идее, вот, например, вспомни Dark Souls, когда у меня какое-то парирование или еще что-то такое. Какой-то такой удар тут уже как бы. Ну такой, типа, знаете, дамажный или еще что-то такое. Заблокируемый там. И там не идет дамаг от других противников. Здесь такого нет. Людей рубит просто, блядь, как масло. Но их слишком много. Надо докатиться от и заюзать КВН, иначе сейчас умрет. Откат, быстро! Сука, быстро! Псина? Уверен, что плохо? Плотва ебашит. Нет, ты должен был помощь взять себе, что ли, не знаю. Я понимаю, что ты, блядь, ведьмак. У тебя знаки, сука, мечи, скорость, блядь, но это просто, сука, не рёль. Ты живёшь, блядь, походу. Не знаю, как ты не дрищешь с такое количество... О, я опять умер. Как он не дрищет, только с такого количества жратвы съеденной, блин, и быстро двигается. Он когда есть, то успевает, он же бегает, прыгает, бьет. Лагере и писал Делане. Ребят, возможно, вы смотрите и думаете, какой же я нуб и не могу справиться с таким-то количеством людей, да? Но у меня высокий уровень сложности. И это реально сложно, вы поверьте мне, ребят. Он вызвал. Сука. Дерьмо, Герб, это не дерьмо. Это...
Не дерьмо, Геральт, это пизда. Геральт нет массового удара больше, чем было в первой части игры. Он теперь дает, можно сказать, по одному только бьет-то. Сука, он не добил его, пока лежал. Другие не дали. Слишком много-много-много Аквена-то нету. Магия! Чары какие! Да, блядь, я-то и не устаю, ребят, просто. Геральт, слава богу, хоть что-то не устает. Но, сука, вас много. И я также склонен получать такие же ранения, как обычные люди. Может, сейчас мне и пригодилась бы плотная броня, я не знаю. Хотя я так бы не был обиден, как сейчас. В плотной броне. Зажали. Вас такая толпень просто. Хули ты лезешь? За мной? Хорошего понемножку. Отходи, Геральт. О, потно будет. Конечно, я его убил. А вы что, хотите меня просто погладить, да? Я сомневаюсь. Сука, сука, сука! Сука! Действительно, сука. Может, бля, попробуем к плотве подойти, чтобы они плотва их немножко била. Плотва ебашит. А почему дамаг нанесся, на нее был Квен? Так. Не канает. С таким количеством людей. Ну, сколько мне еще ждать? Сука. Кстати, мой мясник из Блавикена. Просто, сука, геноцид. Целую шайку отхуярить в одиночку. И не по одному, блядь, а в толпу, нахуй. Даже для Геральта это не больно-то умно. Блядь, хоть ты блокируешь с ним еще. Так, тебе мало хп. Один удар, по сути. Тебе немножко осталось. Тебе вообще... На-ка. Ну-ка. Серьезно, что ты так мне хотел ударить, да? О, нет! Идиот! Запоторопился. Об этом бандитском лагере и писал Делане. Это ты зря. Как знать, Геральт, их много. Может, и не зря. Магия! Чары какие-то! Лучше не подходить к остальным, пока эти не подходишь. Так, этих я ебанул, да? Так, сохраниться можно? Спасибо. Так, уже лучше, уже меньше.
Подойдем к тому одному. Видите, он там один стоит. Начнем понемножку их дамажить. Еще шавка, блядь. Сука, не мобильные шавки-то. Вот теперь сложнее будет под ней. Шапку надо завалить. Сука, вот это мудака, блядь. До свидания. Конечно, я его убил. Убили опять, сука, тороплю. Как мне вот их выманивать, я не знаю. Честное слово, ребят, ну как надо выманивать, что ли, понемножку. Начнем с собачек. Вот еще две идут. А вон и люди идут. Подойдем вот к этому, по-моему, это лучник, сука. А, это собака или что-то такое. Зажигайте огонь! Просите подмогу! Но мне же был квен. Ровно в физию! Давай, мужики! Люблю я эту работу! Ну? Сколько мне еще? Двоих одним махом. По Геральту скинул. После вас, только после вас, покаемся, но после, сука. После вас. Значит, потом по-любому что-нибудь придется, сохранимся. Нормально. Вот с таким количеством лёрода еще можно пиздиться, а вот с тем, который был, это просто нереально. Один ударяет, сносит квен, второй ударяет, сносит хп. Он еще и третий сносит. Я не успеваю откатиться, а их слишком много, они зажимают. Так, вот здесь есть какой-то противничек имеется. Смотри, не дает. Работа ног. Уход. Ты все равно сейчас не сможешь себе на удар от братан. Ты же знаешь, я тебе нихуя убью. До свидания. Это Марио на меня еще не правило. Так, по кругу будем ходить или в центр зайдем? Давайте в центр зайдем. Курья муска! Не дайте ему уйти!
нахуй. Ну все, до свидания, друг. Хули ты лезешь? За мной? За тобой. За тобой, сучка моя. А вот хрен! Только не падай. Отходи. Геральт, ты сделал хуйню. Ты лучник у нас, да? Псы. Ой, Геральт, мало хп, это как? Да не может быть! Ну я сохранялся, слава богу. Хотя бы сохранялся. Пусть уже будет не так далеко херачиться. Бочки тут лежат взрывные, это, конечно, хорошо. Не стой! Не ударь, братан, я тебе не дам ударить, я ни разу не дам. Я буду тебе его, пока ты не сдохнешь. Свиданница. Следующий. Ты у нас будешь следующий, да? Все. Это все. Ты что, серьезно? Так, ладно. Ебать, толпа. Мы в мобильном месте. По мобильней будет. За тобой, дружище. И как вы, блять, не научитесь? Блядь, лутаться здесь не будет долго, придется, да? О, да, ребят, я тут перегружусь, блядь. Столько трупов. Вот это что за хуйня такая сверху тут? Надо бы к ней подняться как-то. Сможно как-то запрыгнуть? Нет, судя по всему, нельзя. Так, ладно, обойдем. Мы еще не всех отъебашили. А если ее поджечь? Горит. Дерьмо. Да, кажется, я их всех позвал. Сохранимся перед боем. Хочется всех наебашить просто мне сегодня. Даже ударов не слышно, добро. Следующий, блядь. Славится пророк Лебеда! Связались, ребят. Нет, сейчас умру! Зажали, зажали меня, зажали! Так, огонь ты зажег? Нет, не стал. Сейчас вот зажгем, блядь, и будет пиздилка реальная. Успел.
Быстрее, убивай, убивай, Геральт. Да ты нахуй так-то, блядь? Жизнь прекрасна. Хорошего понемножку. Давай, давай. Ну, блокируй кнопку, да. Ну, вот так-то не делают хорошо. Магия! Чары какие! Нахуй, голову твою. Садовая. Ладно, зарубим так. F5. Есть такая возможность. Вот так другое дело, блядь. Тут давно есть, по-моему. Так, ладно. Пойдем куда-нибудь еще нарубим людей. Герман не хочет себя лично заниматься, пока мы противники потом. Что, бля, ложь снова убежает, пидорас. Он не должен уйти! Я никуда не уходил. Уй! Ударил, но они обычно медленные. Так. Ебаные пси. Следующий. Ты, блядь, разговариваете, что ли, я не пойму. Что они меня ебашут так. Иди сюда, блядь. Можно сохраниться, пока никого нет. Нельзя. А игра сохранена. Что-то от тебя мертвечиной несет. Братва, повались! Конечно, я, блядь, ваших типов сколько убил. Я мертвый лежал. Жалко. Ты его шлепот-то спереди убил! А можно убить как-то по-другому? Дядько, дядько! Можно только до смерти. Я так туплю-то, бля, мало хп, я все равно ебашусь. Надо отходить и юзаться. Не знаю, я, бля, стою и пиздец. Так, ну, по крайней мере, собачки запизжены, блядь. Идешь двоим, приходит еще. Хуй вам, блядь, суки. Нет, он не ударил меня, пока я убивал эту тварь. Найс, сохранимся быстрее. Можно. Я еще не перегружен. Вес. Бля, я забыл, где вес-то уже, пока пиздился. У меня уже глаза разбегаются. 160 и 160. Надо что-то выбрасывать. Например, какую-нибудь палку сраную. Они дорогие все так-то. Но скинуть придется. Ну, по идее, Геральт будет просто не бегать. Но должен будет сохранить свою мобильность в бою, иначе бы это был бред, по идее. Да, я не смогу отсюда бегать, на лошадь сяду и довезу, придется. Вообще, по идее, Геральт все в шмотке складывает то, что он набирает в лошадь, а не в себя. Тем как раз таки объясняется то, что у него нет портфеля. Рюкзака, как у большинства людей. Так, ладно, тут еще не все нахуярены. Да славится пророк Лебеда! Другое дело. Сохранился, могут быть еще противники. Тут реально дохуя было, неужели я всех отхуярил? Так. Урон-то идет 3-9-9 3-9-7
3D. Ну, в общем, пока ничего лучше нету. Проще говоря. Так, я не помню, чтобы я здесь с кем-то дрался. Но по-любому я еще не всех убил. Тут их столько было просто, я не знаю, тьма. Все. Геральт перешел на пеший ход. Ну а что мне скидывать-то? Я не люблю не разбрасываться вещами, которые можно продать. О, третий левел-то я выброшу. Третий выброшу. Стоит копейки. Остальное стоит уже нормально. Ну, по крайней мере, мы 20 кило сейчас скинули, это уже хорошо. Да, все вроде кучу народу перебил. Или нет? Может, я уже все собрал. Надо прям фармиться по полной, раз сейчас так народ тут лупил. Но, ребят, отвечаю, всех толпой бы я, конечно, залупил бы, но раз с 10-го точно. То есть с первого мне бы это не удалось. Нам нужно... Там дело даже не то, что мне тяжело. Там нет, там тяжело, там дело в другом. То есть не то, что не справляешься, дело... В том, что нужно вовремя отходить и вовремя юзать КВН и все остальное и кушать. А не торопиться убивать, когда у тебя там мало ХП, но ты видишь то, что там у противника у одного из сотни мало ХП. Они же все равно, блин, кто-нибудь да и пихнет спину, сука. И при том, они, если вот разочки меня ударяют, то все. Я же не нахожусь в блоке-то в основном, я нахожусь в основном в рубиловке. Блок я вообще практически не держу. Больше использую уклонение, получается. Да тут больно-то не нужен этот сраный блок, кстати. Тут уклонение гораздо лучше. Поэтому ведьмаки не используют щиты, они достаточно быстрые и мобильные. Я тебя твоим собственным членом отымею! Погоди, братан, дай первый дамеж достану. Давай! Навались! Да ты легкий, блин, по-любому. И ты все, что ты можешь! Осторожно! Все? И это, блядь, босс? Ну это полубосс. Ладно. Бля, братан, да ты чё, серьёзная, что ли? И броня какая-то у неё слабая была. По идее, такая крепкая... Это, кольчуга должна не так пробиваться. Но у меня меч, конечно, жёсткий, нечего говорить. Меч у меня охуевший. Так, чё у нас тут? Перчаточки чёткие были вроде бы. Так, вот здесь что должно быть охуенно, да? Чертежи, меч Тусенского рыцаря, перчатки и балкалет капитана гвардии. Если хотите, считайте, ставьте на паузу. На счет 3, раз, два, три. Я прокручиваю вниз, вы также дочитываете. И я закрываю. Это, надеюсь, не то, зачем я пришел. Обыскать руины дворца. Но это еще не все. Я еще не обыскал, судя по всему. Иначе бы у меня скрылся уже этот экранчик. Не падать. F5. Стоп. Что это такое? Что происходит? Отвоеванная точка, что ли? Что? Рыцаря прихуярили. Да. А сами не могли отбить? Вас такая толпища, блин. Вот ко мне идет. Спасибо, что ты вырубил, блядь, сотню человек, да? Ну не сотню, сука. Сколько я тут вырубил-то? Человек 20. Да, 20 я вырубил. Если вспомнить, какая толпа за мной бегала. Там десятка точно была, 20 не знаю, а десятка точно была. Так это вас, ведьма, конец бесчисленной ганзы. Уй, железо! Без чистого ганзы. Ну ничего себе! Значит, скворец Трагин в жопу долбанный сукин сын жрет землю! Пусть ему на том свете будет худо! Дам тебе за такое дело солидную скидку, ведьмак.
Покажи, что ты тут продаешь. Жесткий был бой. Нихуя у него денег. Смогу, хорошо, продастся. Так. Ага. Какой-нибудь камешек бы большой у него купить, но у него такого нет, который можно будет засунуть в шмотку. Такой штуки у него тоже нету. Она делается где-то вот из этих вот. Где-то здесь она должна быть. Вот она. Ага, эта штука солидно стоит. Шелк надо самому сделать. У меня есть шелк-то вроде. Тут можно как-то создать его, да? Шелк. Может, и все остальное можно создать. Где это хуй-то? Ага. Точёный жемчуг. Это жемчуг надо, по-моему, как-то. Но он дорогой. Его разбирать, что ли, надо, этот жемчуг, по-моему. Нахрен куплю. А, у него тоже уже этой хуйни нет. Ладно, хватит пока что. Сука. Сейчас поищу кое-что. Больше ничего не надо. Встречал я уже одного Страгина. Да ты чё? Надо думать, не человек был, а дерьмо. Приличных людей таким именем не называют. Не скажу за всех Страгинов, но тот и правда был мерзавцем. И конец его ждал преотвратный. Ты прикончил, ублюдка! Я так и знал! Это сделали друиды. Его сожгли живьем. Вот и чудненько. Добрый, блядь, мужик, пиздец. До встречи. Хуй железо, пока. Вот закончу работу. Так это вас, ведьмак, почтимая княгиня призвала на помощь. Сон укрепляет, ваш покорный а вино слуга. Усыпляет. Покорный отсюда слуга вывод, ваш вино укрепляет. Почему я не могу поговорить с оружейником? Ваш покорный слуга. Привет вам! Обыскать руины дворца Галеон. Я считаю, значит, еще что-то не нашел того, что искал. Здравствует княгиня Анна Генриетта! Интересно. Так, где же мне искать-то? О, там труп еще не выбрал. А, это я дерьмо скинул, вспомнил. Нахуй там ходить.
Работа нервная, да? Кто-то весь. Так что, надолго к нам? К делу. В пизде, батюшка. А интересно, сколько вот такой вот ведьмак налогов платит? Он нихуя не платит. По-моему. Вот где он живет-то, блин. Что он платит? Этот гриффин. О, сдох. Так. Как раз там есть такие сдох. Надо обыскаться нормально. Какой-то мертвый вес лежит, у него написано «жалеешь зеленого золота». Офигеть. Я же вроде всех обыскал. Так это вас, ведьмак, непочтимая книга. Тяжи, школы кота, школы кота. Так вот то, что мне было нужно-то. Все пошло не по плану. А, все пошло по плану. Так, ладно, я не буду читать. Тут крутить нечего, так что сейчас ставься на паузу, читайте, я закрываю. Мак и оружейник, обоим чертовски не повезло. Душные ямы. Странное название для пещеры. Посмотрим. Интересно, успели бандиты вынести клад из пещеры? Хороший вопрос. Так, ладно, Геральт, давай-ка мы с тобой позовем нашу лошадочку. И поедем туда. Но прежде чем мы туда поедем, давайте мы уже попрощаемся. Бой был длинным. Перезагрузок было много. Я решил никакую перезагрузку не вырезать, потому что каждый бой был достаточно интересен и важен. Чтобы вам было наглядно понятно, как мне нужно пиздиться в Ведьмаке. Что не надо лезть на толпу, что не нужно добивать противника, если у вас, так сказать, нет возможности будет отпрыгнуть, отойти, или же вы так же пиздились, как я к Вену. А дерево зачем не движется? Вот. То вам не стоит... Дерево исчезло. Дерево появилось. Нормально. Вот, вам не стоит без Квена драться, в принципе. Вот и все. Ладно, все, на этом у меня все, ребятки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждите новых видео. Пока-пока.